Я сама ужалась в кулачок. Я решил снова скачать Free Fire. Смотрите, просто знаете, что бывает? Ты бываешь, удаляешь игру, а достижения там сохраняются. Free Fire я не удалял, а эта игра сама удалилась. Я ее снова скачал, как видите, тут у меня загрузка. Все под контролем. Достижения сохранились! Free Fire возвращается на канал! What the fuck? Я очень сильно испугался, когда вот это вот было. Так смотрю, странно, я помню, припоминаю, когда я... Вот, новая картинка, ну, где-то новая картинка, то, что здесь появлялась такая штука, типа, видите свой ник, а тут, типа, написано способы входа, и вот иконочка моего аккаунта, я захожу, и, как бы, короче, уже все сохранилось, все, что это, болтаю, ё-моё, давайте уже играть. Сначала нужно тут освоиться, потому что, ну, блин, я ничего не понимаю. Все такое новенькое. А меня, может, тут уже все бросили. Что, нет, могу взять, нет? Ну да, конечно, нужно несколько дней поиграть подряд. Реклама осталась, и появилась какая-то фигня. В любом случае, забираем золотой купон, джекпот. Джекпотик. Так, мне 3 золотых купона дали. Хорошо. Так, оружейный джекпот. Не-не-не, стоп. А где золотой джекпот? А где золотой джекпот? Чего? Вы что, издеваетесь? Его нету? Блин. Как фигово. Вот так, мой форт. До сих пор с персонажами не разобрался. О, что в коллекциях? Вот боксы, рюкзак. А что тут нового? Тут ничего нового. Склад. Приоденемся мы, облачко. Блин, ну что, заново облачко нужно будет загружать? Блин, ну ладно, что, загрузим. Что-то долго нам будет загружаться. Чего-то оно загружается. Но пока что оденем все, что я могу без облачка. Я могу, ну, принести вот это, почему бы. Блин, нет. Блин, я такие фиговые вещи могу одеть. Я не хочу, чтобы в руки было видно. Хотя, походу... Ну, не знаю. Что такое прям хочется мне надеть. Штаны вот такие одену, в принципе. Кроссовочки. Ну, так вот я выгляжу. Что, друзей не растерял? 100 миллиардов лет я тут не был. Нет, как видно, хотя бы одного друга 100% я не растерял. Золотой купончик. Тут вот что такое? Ваучер какой-то. В принципе, мне тут нифига не понятно. Магазин. Что в магазине? Тут уже новые вот такие вот жетоны появились. А много их появлялось? А нет, всего лишь только вот один. А, так эти жетоны не удалились. Вот эти вот клинки в самом начале, которые я играл, не удалились, да? Все хорошо. Какая-то сейчас пантера. Такие тут режимы. Ну, нифига себе, сколько режимов! Шучу, все лишь один появился. Это победитель получает все? В каком смысле, Бермуды? Я, конечно, все понимаю, но мне не объяснят, как в это играть. Или размер команды. Вау, это не было показано. Так, ну, никакой соло. Отряд. Ладно, на режим. Блин, нет, тогда я вот не буду играть. Фух, не-не-не, стопы. Я, знаете, восстание мертвых. Даже вот это, да? Да, это вот это. Нет, нормально. А есть хард. Да, и сложно. Поиграем, наверное, на нормальном. Господи. Так нужно уже, наверное, начинать, да? Просто. Короче, начинаем. Сейчас батя покажет вам, как не надо играть. Ой, где хотя бы какие кнопочки? Тут стрелять, получается, тут ходить немного, как в Роблоксе. А, ну я уже. Все, я уже освоился сразу же, я понял. Я уже припоминаю, автоатака. Автоатака там вроде как. Да, автоатака. Будет у меня лучше автоатака, потому что немного трудно там. Против столики зомби сражаться.
Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ты авто. У меня авто? Не авто? Не же авто? Вот это авто, да? Да, это авто. Ты что тут? Пиу-пиу-пиу-пиу. Господи. Так, так, где там броню улучшить? Я-то помню. Вот где броню улучшить. Пойдемте улучшим. Кнопочка. Так, а я сейчас умру, не? Ай, ай. А куда стреляю? Куда стреляю? Хил. Блин, ты забрал хил. Гляньте. Не помню такого вот Бонни. Тут была такая... Чё ты такое? Чё там? Так, хилялка. Собрать. Похиляемся и... Чё ты? Увеличен... Урон увеличивает. А чё, навсегда, типа? Скажите, что навсегда. По-моему, навсегда. Умоляют. А, это чё такое? Это хиляет? Увеличивает скорость. Я теперь буду... Ничего себе! Тут теперь быстрее хиляется и быстрее здоровье убавляю. Люди! Выверяю. Такого не было. Вау. Так, тут разрываться я еще помню как. Так дайте аптечку. С аптечкой, как обычно, все борются. А вот, вот аптечка. Ла-ла-ла, вот прыгать можно. Да, точно. А, у меня уже две аптечки. Так, хиляемся. Бежим к этим вот бонусам. Бонусы. Какой теперь быстрый. А чё, и в классическом режиме такая фигня? Интересно, если в классическом, то я офигею. А чё, всё, минус скорость? Это не навсегда. Тогда зачем я борюсь за вот это? За вот эти вот штучки-то, ё-моё. Ну ладно. Просто хочу побороться, и всё. Умри давай. Спасибо, кстати. До скорости! Так, также не забываем про вот эту вот штучку. А тут где-то должна быть для брони, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вали отсюда, давай, не, давай без этого. До свидания. Ой. Бум-бум-бум. Получается, мы перезаряжаемся. Так, вот это вот химикаты. Здесь кислота, если быть точнее. До свидания. О, урон, урон. Мне как раз надо. Дайте, пожалуйста, я заберу. И все. Все будет расстрел. Стоп. А, получается, типа не забрал тут фигню, да? Нет, зуб буду петь, выпить, выпить. Да, нас. В принципе, все как обычно. Ай-я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 й, не убивайте меня. Нет, нет, нет. Господи, это сложно, на самом деле. Ой, не убивайте меня. О-о-о! Здрасте. Нет, нет. Так. Зомбари. Тут лучше быть наверху, в принципе, логично. Так, у меня две аптечки, я доволен. Похиляемся. Стоп, всё? Я сейчас что-то поел. То есть не вот так вот похилялся, что-то сейчас какую-то таблетку съел. Вау. Ну, Фортнайта. А, нет, 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 дайте я заберу, это сейчас я вас всех убью. Ё-моё. Где все зомбаки, алло, где толпа? А, ну толпа на харде, да? Вроде как толпа будет на харде, а? Блин, только на харде. Обидка. Вау. Ой, у меня нет патронов. Пока тут валка, у меня уже не осталось патронов. А, тут бита есть, ё-моё. Это я так думаю, блин, вот же биту. Ну, всё. Ай, ладно. О, мучаться. В принципе, это и легко, и сложно. И скучно, знаете? Немного скучно. Самое главное, здесь очень скучно без друзей играть. По крайней мере, не в этом симуляторе, а вот в другом. Ну, не в симуляторе, а в этом. В обычном режиме, мне кажется, еще очень скучно без друзей играть. Прям очень. Умирают все. Мой
Уйти в дом с призраками? Это какой-то... Там какой-то красный есть. Что за красный? Вот красного не было. 100 миллиардов%. Стоп, я знаю тут баг, как забраться наверх. Так, подсади меня. Подсади меня! Нет! Блин. Подсади меня! Давай, я смогу! Почему не получается? Нет! Почему мне не получается? Что за фигня? Я тут похиляюсь, ладно. Так, здрасте, я вас тут заберу аптечку и свалю. Еще аптечку заберу. Так, урон не надо. Мне срочно нужен урон. Все, спасибо за урон. Сейчас я вас тут всех расстреляю. И так, сколько патронов? Маловато патронов. Хил. Это получается у меня типа максимум, по идее, да? Выходим из дома с призраками. А, нет, 6 максимум, по-моему. Или сколько? Либо 5, либо 6. Что ли? Ай, за мной тупо гонятся. Использовать, не бей меня. Мри! Атака. Мега-атака. Так, я говорю, мега-атака. Все. Умрите. Да, скорость мне не помешает. Есть кто-нибудь, чтобы меня подсадить? Еще раз хочу попробовать. Нет, ну, так. Толпинь. Расстреливаем. Так, мало патронов. А, не, нормально патроны. Ну да, это я же перезаряжался полностью недавно. Гань! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мне прям нравится. Мне стало нравиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мри. Мри. Все. Огонь! У меня нет патронов, так возьму пистолет. Встречайте. Видите? Где все? Где такой? А, вот. Точно, тут живут окно, смотрите. Где-то там все тусуются. Вот на улице все тусовались. А сейчас вроде как босс будет у меня, да? О, помчался. Ого, тут... А, нет. Что-то там подумал. Если я еще подумаю, что-то подумаю. Ай, да что так больно? Ты же еще не успел ударить. Хиляться. Нет, слышь, не прыгай на меня. Понятно, спасибо. Так, чё я по нему не стреляю? Чё я такой тупой, я по нему не стреляю? Так, фу, сейчас мне нельзя стрелять. Только из пистолета. Чё за мной гонишься? Личинка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, братан! Давай без этого. Лады? Тоже. Вау, так давай не в меня, пожалуйста. Прыгаем. Гонь. Беги. А, так мне еще плюс патроны закончить, вообще шикарно. Так, а пока он тут крутится, вертится... Нужно патрончиков купить. Взять. Где он тут у нас? Вот он у нас тут. Давай не в меня, пожалуй, блин. Я уклонился. Ого, строж зайчик. Беги, зайчик. Так, давай не в меня. Понятно. Я такой, давай прыгай, а потом скажу, ой, я не туда тыкаю. Так, он сейчас, он не сюда. Ага. А, так его вообще убили, блин. Жалко парня.
Мне, кстати, вот эта фигня выключена, я думаю, мне сразу не слышно. Ой, чё? Что сейчас было, испугался до смерти. Ладно. Да, меня скорее не страшно. Ладно, слышно и не слышно, без разницы. Что это сейчас было? Там какой-то динозавр. А, нет, нет, нет. Марина, у меня 44 хп, я бежу. А, стоп, мы победили? Серьезно, так быстро? Ну, я тут-то похилялась. Все, валим отсюда. Ура, победа. Ну, что это все равно было такое? Это мне будет сниться во снах. Вот это вот. Что это было? Терекс. Когда я это слышу, мне первое, что пришло в голову, то, что это Терекс. Терекс, которого пнули. Запросы, Аслан. Не знаю, принимать нет. Магазин. Ладно, не магазин. Не магазинкать. Стоп, где тут? Не понимаю. Я ничего не понимаю. Так, а мне до сих пор вот эта вот фигня, короче, не сделалась. Понятно. Классическая Бермуда. Нет, не соло, какой соло, отряд. О, Мансур в игре. Нужно ему заорать, потому что я вернулся. Ладно, давайте пока что без друзей. Фух. Так, а если я проиграю, там, мне будет какой-то минус? Ну, по-моему, какой-то ранг там будет минус, нет? А, это, по-моему, в ранговом. Так и не будет, по-моему, минусов никаких. Как там в Brawl Stars, сразу нет? Ну да, это в рейде вроде как будут минусы. То если бот, то маленький, вообще не будет. Только плюсики. Здрасте! Мне не слышно, да? Я почему-то сказал... ладно, давайте. Пауль копыт. Господи, если так посмотреть, тут все-таки нубы. Реально, посмотрите. Че все тут такие вот беленькие? Ой, все стандартное. Вот такое вот тут у нас. Ё-моё, тут все нубики. В моей команде кто? Ну, тоже нубики. Хотя вот она, по-моему, не нуб. Чего я взял, что они нубы? Ну, по крайней мере, скину такие стандартные, господи, все стандартные. Ай-я, глаза тупо щипит. Тут на картинке такие крутые, с понтами, а вот тут, господи. Прекратить следовать, чего? Дико. Чё это? Вы значки, музон новый, музон новый! Я должен прекратить следовать. Зачем? Не знаю, прыгать за джокером, нет? Блин, не хочу за джокером. Сейчас смотрю, хорошо он там прыгает. Хотя, может, за двумя этими этими. Хотя, ладно, я, короче, за джокером. Хорошее место он выбрал. Там еще ламба, ну не ламба. Меня называют ламбой, но это ламба. Здорово! До свидания. Во, мне это нравится место. Я помню, я сюда приземлялся. И тут еще, по-моему, я с Антоном играл. Тут это его убили, а я тут детектив выяснял, что за фигня была. Так я и не выяснил. Эх, воспоминания, как там Антон влился. Воспоминать так и воспоминать. Ну ладно. Это Скар! Это Скар! Не знаю, это радуется или... Возьму, по-моему, то, что... Ой, юный там... Тут приземляется. А я его сразу ранит! А, прикиньте, если я сейчас убью. А, не умирает, я понял. Он умрет или нет? И в него... Ой, ё-моё, какая в него пуль выстрелила. Он бессмертный, я понял. Нет, он читер. Наверное, он читер. Да не, реально. Разве нет? Получай! Это мой килл. Ой, это мой килл. Здравствуйте, здравствуйте! Ко мне там не идут? Ко мне идут! Ко мне еще как идут! Я-то слышу! Я не глухой! Да-да-да-да-да-да, чё, Дин, блажа, меня стрельнет.
боюсь. А! А! Сзади! Умри! Умри! Я 0 кп. То есть 0 пулик. Или как это? Ё-май. Вот знаете, нубы, которые убегают, нафига убегать-то? Я уже не трону. Помните, я вам раньше давно играл и говорил, не убегайте! Это ж так тупо! Опа-па-па-па-па! А меня вот не слушают! У меня 3 патрона! Как же это фигово! Ран-ту-ду-ду-ду! Зайди. Не, нормально вообще причем. Вот эта вот летательная штука, по которой можно летать. Иди нафиг. Пах в задницу. Пах в задницу. Не, 0 патронов. Не патронов. Ё-моё, у меня патронов нет. А, там по мне тупо расстрел идет за то, что я их всех убил. Дуло. Мне нечем обороняться. Алло! Нафига дуло? А, я тут бегаю. Ё-моё. Мне нечем обороняться. Нас окружают. У меня есть обрез. И всё. Ну и на обрезе, конечно, спасибо, но все это. Бы-бы-бы. Прыг, прыг. Куда они стреляют? Ложись. Откуда они стреляют, Вася? Или уже все чисто? Просто они где-то из этих домов, я не знаю. Может, тоже показать, что я вооружен, на самом деле у меня нет патронов. Не, мне кажется, это нам правда сугубо ситуация. Чё тут так много людей? Я вижу шлем. У меня нет шлема. Сейчас он у меня будет. Ё-моё, у меня есть оружие. Но все равно это фиговое оружие. Все, теперь я хотя бы чем-то могу броняться. Хотя бы чем-то. Вот это... Нет, нет. Нет. Здравствуйте! Использовать. Спасибо. Следующая безопасная зона. Понятно, что делать. Теперь я знаю, где будет следующая безопасная зона. Нафига-то? Ну, я в ней. Прям, я бы сказала, посерединке. Тиммейты куда-то там катаются, господи, тупые. Не убивайте меня. Лады. У меня уже 4 килла. Что здесь одни нубы. В принципе, как я и говорил. Ну, под конец соберутся крутые чуваки. Меня убьют, да?
мне тут стоит. Тима, ой, ё-май. Там где-то была такая штука, благодаря которой можно летать. Не знаю, какое это обновление спустя, или от 2 месяцев, или еще нет. Я сейчас попробую на них, короче, допрыгнуть. Ну, скорее всего, перепрыгну. Ну, ладно. В принципе. Тупо летаю. Где-то фигня, благодаря которой можно летать. По-моему, где-то тут. Нет. А, вот она. Ну, можно на ней теперь летать или нет? Да, можно наконец-то на ней летать. Вау. Наконец-то. Здорово! Как вас дела? Если здесь никого не будет, я просто офигею. Это все, что я могу сказать. Копиво, копиво, конец корпоративу. Это я понимаю. Это я заберу ППшечку, я выкину. Если дофига ППшечки. Проблемы с пультами, скорее всего, будут, но я думаю, я сейчас тут найду все, что надо. Это я у нас заберу. Все, не перезбито. Так, я птичку эту заберу и поселяюсь. Спасибо. Мне немного неудобно играть. Если меня убьют каким-то нелепым способом, я не виноват. Все, что я могу опять же сказать. Так, вот это я, кстати, забираю. Вот это тема. Тема это нашу завалил, походу, вот этот вот. Метеорит, походу, завалил. Блин, фейл, да? Не знаю, спасут его или нет, но я не собираюсь пока что. Кстати, стоит. Блин, я пока что не могу. Ака это лучше, чем Скар. Ну, для кого как, но для меня Ака лучше. А если я найду посылку, то я просто на него плюну и скажу. Ну, как бы, честно говоря, АК-47 это то же самое, что МП-40, только оно еще может далеко стрелять. Короче, жесть. Крутяк. Я боюсь. Мне начинает быть страшно, потому что мало игроков, как бы. Я сейчас сюда вот пойду и выкину все ненужные вещи. Головы спрячу. Что мне надо, а что мне не надо. Сейчас это мне не надо, это мне не надо. Вот это мне, получается, не надо. Да, я знала, что такие вещи есть. Ну, давайте дубовик оставим на всякий случай. Потому что у меня... Ой, сколько места! Ай. Дофига, короче, места. Хочу посмотреть на карту. Внимание, внимание! Не знаю, топ-1 будет, нет? Здрасте. Пам-пам-пам, враг, 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 обнаружил враг. Наконец-то, а то я чуть не заснул. Ага, вообще за домиком, шикарно. Ну ладно, за домиком. Где? Фу, 5 убийств. Ну, у меня 10.
сидел. Да, в один, по-моему. Ну, в принципе, это редкость. Ой, помню, у меня есть такое видео. Free Fire, соскучились? Это, наверное, будет Free Fire, соскучились? Еще такое видео. Наверное, даже я поставлю двойку. Free Fire, соскучились? Два. Возвращайте Free Fire. И достижения не стерлись. Free Fire 100 миллиардов процентов еще будет. В скорое время. Ну, не сегодня, наверное, кстати. Ну, не сегодня. 6 выживших. То есть получается 4 врага. То есть получается. Мне кажется, мы сможем победить. Главное, так, у них тиммейт немного хп убавились. А вот и прибавились. И убавились! Тиммейт. А, понятно, в ВП леса. Чуть не помогу. В Граганде уехал к ней. Правило, держаться около тиммейтов. А ты вообще, ой, за 200... На другую часть, короче, уехал. Скорее бы уже круг сузился. Я прям обожаю, когда круг сужается, потому что... Просто хочет сидеть. Опять сидеть и ждать. Хоть выживших и 5 убитых. То есть получается 3 врага. Мне кажется, мы затащим. Только тиммейты немного ранили. Вот это меня беспокоит. Там, где тиммейт, где-то в той области, мне кажется, кстати, ко мне враг подходит, мне кажется, идет оттуда. Враг где-то, короче, там, где мой тиммейт. Так, я боюсь. Я плохое ощущение. Плохое чувство. Страшно. Я сделала немного звука, это плохо. В принципе, минуты это еще много, пожалуй, посижу. Пора убивать. Ай, почти. Гунул победу, я такой не помню. Пентакил, это хорош. Ой, я нужно поделиться, тупой. Назад. Минус мышцы, минус все. Сердце-то как стучится.
Ой, сейчас оглохну, то у меня сердце стучится. Просто жесть. Стоп, что это? Медаль Пантера. Мансур онлайн. Как-нибудь поиграть? Ну, я сейчас, конечно, его приглашу. А нафиг я то, что я вернулся? Аюхай! Ты охурмел то, что я вернулся? Я вернулся. Нет. Нет, видел. Нет. Да ё-моё! Да ё-моё, я отвечаю! Я пишу, я не знаю, я так еще никогда не писал. Подожди, подожди, я сейчас отвечу. Не, стоп, чё? Да. Красавчик, ну ещё го, Free Fire. Ладно, гукатку. Мы сыграем. Я хочу сыграть. Я понял, Brawl Stars все есть. Все, хорошо. Прям можешь в комментариях что-то напишем, сконнектимся. Не знаю. В Дискорде можешь в группу вступать, Сирпин, там что-то там. Сирпин, 1, 2, 3, 1, как так? Что? Или просто может зайти на канал Жуки Жуки, там есть ссылка. Я помню, где это есть. Вот тут уже не нубы, ну блин. Ну, что это такое? Ну это... Можно тебе сказать, ты в шоке будешь. Чё? Где я буду? Что я буду? Никогда тебя не понимал, мам, смотри. Я выйду. Ой, я запаркурил. Чё? 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 Я не могу с тобой говорить, ты сам знаешь. Сорян, я ничего не слышу. Опять вот эти вот лаги. Внимание. Мансур прыгнул, Мансур не прыгнул. Я хочу куда-нибудь туда прыгнуть. Блин, туда тиммейты не прыгают. Блин, ладно. Я прыгну сюда. Что там считают? Юля, 2 на 2, думаю, что не верю. 3! Трое чуваков! Что за...
Бам-бам-бам-бам. Чё мне? Шо за... Мне какая-то пушка выпала. Вот уже прицел. 3000 км, да ну нафиг. Еще скажу, что... Не то, что приехать за мной. Приди ко мне, даже не прибеги. Приди ко мне. Световая, чё за... Что за вещи мне стали выпадать? Мы в зоне. Они в зоне. Что? Сейчас просто мозг глухается. Что это за пушка? Что это за световая граната? Прошлый кап ничего такого не было. Не надо один пистолет. Я хочу с этой пушки кого-нибудь укокошить. У меня, кстати, по-моему, бронежилет либо первый, либо третий. Первый, да. Кто мне с этой пушки укокошит? Я вообще подумал, что это ВСС, но какая-то немного другая ВСС, не старая ВСС. Ну нет. Так это анархия. А для этого вообще какие патроны нужны? А, ПБП? Серьезно? Я думаю, ну... А, ну да, типа ВСС только. Понятно. Ну, конечно, световая граната и обычная граната. Кстати, я не помню, что я её убрал. Мансур, иди ко мне, анализируй эту пушку. Что это такое? Очень далеко от Мансура. Блин, да чувак. Может, я найду вот такую фигню, я смогу к Мансуру полететь. Потому что на этой штуке можно... Ой, как далеко улететь! Только надо ее сначала найти, а потом наслаждаться полетом. Юля Про. Сейчас умрет, походу. Хотя, я не знаю, вроде живет. Нет, ее убили. И Макса убили. Я поможу. Еще световая граната и... Оу, щищ. Что нашел? Блин, давай выходим. Вот так не... Выходь. Тут твои сдохнут, да, и не такие. Тысячи? Да, вот. Это мне не надо. Я хочу эту пушку протестировать. Я знаю, что я осталась на ХП. Все, давай, выходи. Я выходи. Да. Можно выходить в том, что вы как-то подняете. Это интересно. А стоп, а как он называется? ГГ-15. Ох, какая красивая. Вот она вообще хиляет. Я буду ей сейчас стрелять. Ну хотя... Вау. Мансур, иди ко мне, проанализируй, что это за вещь такая. Ничего себе! Но это не филялка. Это прям... Прям уже... Сколько у нас хп-то слышно? Алло, враги! Кыш-кыш-кыш. Враги! Чё мне показалось? Вот тут там... Мансур убили. Да чё, когда он сейчас скажет, иди ко мне через 1000 км. Нет? Нет? Я тут бы один остался. Он даже ничего не говорит. Чё, перезарядить эту игру. Ушечку, что ты такое? Чё
ты такое, чё ты такое? Никита, ты уже многих халявов пропустил. Чего? Я много халявов пропустил, в каком смысле? Угу. Я не понимаю тебя. Я танцую. Чё ты говоришь? Я танцую. Я ничего не говорю. Я танцую. Рам-ду-ду-ду. Стоп, Никита, Никита. Включи этот. Медиа. Там еще написано. Система уведомления. Громкость во время. Вызова. Все включи. И микрофон включи. Ну, я вроде... Должен быть у тебя работать. Не микрофон. Знаю, у меня включено. Все включил. У меня, короче, все включено. Включил. Включено. Два раза стреляй. Чего нафига? Кричи. Теперь кричи. Я тебя не слышу. Здорово. Я тебя не слышу. А? Нет. Да что ты так себя ведёшь? Прости. Кот загрызу, блин. Не боюсь туда идти. Ладно, это всего. Всё, мне надо в зону. Проблема. Это очень сильная проблема. Это очень сильная проблема. У тебя голова видна. Я знаю. Просто я надеюсь, тут мои враги тупые. Слепые. Да, так сидит. Ладно, я не в зоне, мне надо бежать. Говорил, Г-15 это типа снайперская. Понятно. Я типа, что-то типа снайперская, типа в ССС. А мне прям нужно было сейчас расстрелить эту толпу. Ты бы сделал не лучше, вот 100%. Я хоть места еще много? Да-да-да, тут... Что, еще раз? Не знаю, просто. Ладно. Здесь теперь он не умрет. Что тебе надо? Че? Стоп. Все. Ну, никак все. Фаер возвращается. А Мансур уже... Мансур до сих пор играет в Фаер.
Хука Ютуб. Как обычно, я буду просто так. Никита, у меня там память навсегда, ты знаешь. Память навсегда. Это офигенно. Ты из халявы вышел. Халяву купи. Ну, простите, я не понимаю вообще про что ты, но, типа, наверное... Типа, я забросил Free Fire, потому что он меня удалился сам! А не потому что мне он надоел. Я очень сильно расстроился. Мне еще не хватало места. Я хочу туда прыгнуть. А, не-не-не. Куда? Со мной, иди за мной, за мной. Да? Блин, я хочу за хозяина. Ну ладно, полечу за тобой, ты будешь рад меня. Спаси меня, думаю, ничего не изменится, бла-бла-бла. Ну ладно, надеюсь, что-то тебе поменялось. Да я лечу! Да я лечу! Да куда ты полетела, я не понимаю. А, ты туда? Ты туда полетел? Я думал, ты туда полетел. Я разворачиваюсь. Да я знал. Да я лечу. Какой я тебя потерял? Да потому что я слепой, ты меня считаешь слепым. Нетушки. Еще лечу сюда, вот, потом к тебе. Медленно мешочками подойду. Лутаюсь. Все будет нормально. Так, ну там я вижу патроны, патроны и все. Ну это я видел, а на самом-то деле здесь патроны, шлем второго уровня, фаранг и рюкзак второго уровня. Фигня, короче. А, больно. Почему не Фамас? Почему МК? 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 Я не понимаю. Тупая игра! Тупая игра. Согласен. Я думал... Ух ты, заткнешься? Ух ты, заткнешься, диктор, и знакомьтесь. Ладно, это я возьму. Угу, спасибо. Заткнись! Там хилёвки? Да, жарко, Сака, ура! Скар, Скар, тебе нужен? Скар, нужен? Нужен Скар? Я помню, ты любишь Скар. Нет, Скар, тебе нужен? Скар, видишь, Скар? Скар, тебе нужен? Я тебе еще скину. Скар, нужен? Вход не нужен. Ну и ладно. Если я тебе, если ты увидишь Скар и скажешь, ты чё мне его не дал, то я не знаю, что я с тобой делаю. АК, алкаш, нифига себе. Ничего себе, ушки, ну блин, я не знаю, брать, не буду брать. АКС, АК-47, я помню, это прям мега смесь. Самое главное, Мансуру не показывать стенки, иначе, ну, все. Чё? Он меня обозвал Фамосом. Хотел Фамос, не дай Фамос, какашки. Да, я помню, вот такая фигня была. Сидеть ты будешь, а я тоже буду сидеть потом. Ух ты, что мы сейчас используем? Ну ладно, почему не использовать? Где дальше будет зона Мансур? Ух ты ж, нифига себе, нам уже нужно сваливать, сразу говорю. Идем дальше, ребят. Ё-моё, дико. Здравствуйте, здравствуйте.
прям звуки, господи. А, нет, зон, в принципе, недалеко оказывается. Да, этот дурацкий пистолет, он мне не нужен. У меня 0 киллов и 26 этих. Блин, ну спасибо тебе, Ансур. Всегда, когда я с тобой, у меня 0 киллов. Я хочу киллы. Ансур. Мансур, тупой! Мансур, забери! Оружие. Что? Оружие. Что тебе надо, Никита? Что стреляешь? Я тебя не понимаю. Это какашка. Это какашка, я не люблю эту автомат. Да я могу знать. Ну ладно, блин. Что? Фама! Фама! Чё ты не говорил? Где Фама? Слово ему. А где мой скал? То есть скал. Где он? Тут, да? Вроде как здесь. Все, ура, я не потерял. 7. Ой, ну блин, я только зону долго сужаюсь. Нужны аптечки? Нет? Аптечки не нужны. Я могу скинуть на них сюда. Кстати, что мне не надо? Ого, у меня откуда-то место появилось на еще одну аптечку. Девять выживших! Да ё-моё! Вот как начали играть. Стена! Нет места, блин. Все, я все это заберу. Жадина, Никита! Забери аптечки! Жадина! Я тебе аптечки две дал! Аптечки, это святое! Ух, я помню, как он снимет аптечки. Да хватит болтать, надоел! Стопай, хозяин вообще... Ой, по-моему, он смог, кстати. Лол. Тут не хозяин был, серьезно. Он там, походу, одновременно какой-то ютубер смотрит. У меня лучше пушка. Наконец-то. Вот эти пистолетики, я так и знал, что они мне нужны использовать. Какая следующая зона будет? Че, никакая, что ли? Берем наш СКС и начинаем снайперить, йоу! Че еще было? А тут никого нету. Че там за бокс? Там какой-то бокс. Ладно, побегу за Мансуром. А еще у меня три... красная зона, там люди. Я уже понял. Палач, палач, палач! Умер. Палач, палач, палач! Тут 100 миллиардов процентов кто-то есть. Это же, в принципе, закон жанров.
И чепушка еще, ё-моё, ты хочешь взять? Чего? Жаждал он то. Да он тоже здравствуйте. О. Да. О, фигня. По мне никто не попадёт. По мне никто не попадёт. Чё? Чё? Вторая зона. Два человека против нас. Да. Чего? Да, я сам офигел. Вторая зона. Два человека против нас. Чего? Чего у тебя такая бешеная реакция? Чего? Никита, дай стену. Блин, он спалил меня, блин! Нет, я так надеялся. Не, нет, 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 нет. Ладно, блин. Иди сам одну стенку дать. Держи. Спасибо. На. Чё? Я тебе другую штуку подаю. О, серьезно? О, спасибо. Спасибо, я люблю. Я их коллекционирую, у меня в таких три. Против нас, дрон! Дрон! Да именно! Чего? Да чего? 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 Блин, ты... Там какой-то мега-гриб, чё там? За фиолетенькие. Фигня такая. Что ты такое? Что ты такой? Нужно дрон убить. То, что я знаю, нужно. До свидания. Тут там враг! Пум-п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 ум. Почему он ездит? Дикий дрифт. Читер! Читер? Никита! Чё, читер? Помоги! Где он? Никита! Иди сюда! Он идёт! Он не идёт! Сзади, иди сзади! Читер! У него же эндосоры. Читер. Он один остался, он читер. Он был прав в Мансу. Блин! Тупо по бабке мне попадал тварина. А я ему 4 хп сносил с АК-47, вы понимаете? Что-то мне никак на голову не наводилось почему-то. Совпадение? Че, еще раз? Не, больше не хочу, Мансур. До свидания. Я сваливал. Где тут свалить-то? Ё-моё, давно я не сваливал от Мансура. Короче, всем пока.